Вот гитара. Я сейчас дерну одну струну для того, чтобы сначала вы услышали, как она звучит полной длиной, как она вот вибрирует вся целиком. После этого я коснусь третьей этой струны для того, чтобы заглушить целую струну и чтобы вы услышали только звук, который един, он входит в полную струну, но он в то же время другой. Вот вы услышите единство и противоположность этого обертона на сочетание основного звука и этого обертона можно построить всю музыку. Вот вся музыка, которая существует, построена на сочетании вот этого вот обертона, который вы сейчас услышите, что образует единство и борьбу этих двух звуков. Я ничего не трогаю больше, кроме вот этой третьей струны. Единство и борьба противоположностей, тоники и доминанты. Основного звука и первого отличающегося от основного звука обертона.